Это лес. Вырубка здесь проходит, звериная тропа. Там полно следов лосей, оленей. Вот это самое веселенькое весной. Вот это вот сидит на палочке и не фокусируется. Сейчас попробуем. В общем, так. Показываю. Вот они. Это клещи. Они сидят практически на каждой второй-третьей палочке. Вот такой. По 4, по 5 штук. И очень хотят меня сожрать. Привет. Чувствуете? Да, они чувствуют. Ага. Хотят моей крови и мяса. Очень хотят. Привет. О, пошли меня есть. Это омерзительно и страшно. Вообще такой трэш, он только весной обычно, но осень тоже бывает. В общем, вот такая мерзость. Пошли прочь. Идешь по этой тропинке, и вот потом вот такое вот происходит. Чаще всего 4 штуки по цене одной. Поэтому по звериным тропам стараться лучше не ходить. Вот еще один посад. Еще везде. Страшно.